сайт whathub.net – это место, где ты можешь прокачать свой ангар. С началом весны на WhatHub появилась целая куча новых кейсов. Это и черный рынок вместе со стартом черного рынка в танках, это последний звонок, весенний призыв, пробуждение и мир Трутмай. Выбирайте кейсы по тем призам, которые в них могут входить, и крутите. Вместе с удобной функцией одновременного открытия сразу трех кейсов одного типа ты можешь сэкономить кучу времени, если торопишься. Открывай кейсы, если призы, которые выпали тебе, не нужны, ты можешь продать их обратно, пополнив баланс и прокручивать еще, до тех пор, пока не появится чего-нибудь стоящее. Это ты можешь забрать себе на аккаунт. Все это на сайте whathub.net. Используй мой код пополнения и получи 15% больше. Ссылка в описании. Арта 6 уровня с борщом такое делает, ужас. И КВ-2, да, у них, к счастью, нету. Нормально. Тут еще на борще в нынешней мете играть сложнее стало, потому что если играть как раньше на нем, ну то есть типа стоять где-нибудь подальше, то в 5 минутках, в 3 минутках ты ничего не настреляешь. Вообще, можешь забыть об этом даже. И на нем нужно играть как... Ну как-то, короче, типа ближе к врагам быть, но это же борщ. На него и фугасы любят заряжать, и арта его не любит, ну, в смысле, любит наоборот. И так далее, короче. И я вот не знаю правильного ответа, как сейчас играть на борще. Поэтому решил попробовать сегодня. И по сути, короче, какая проблема? У меня позиция одного выстрела. В следующий раз мне уже появляться нельзя здесь. Блин, чувак, тебя светит, что ли? Это маленькая арта 4 уровня. Нам троим оглушение повешало. И всех убило. Ну чё, отлично стоим. Да ты издеваешься! Ну все. Так, вот сюда бы попасть бы. Но он точно убежит, как только одна в него залетит. Вопрос, залетит ли. А ты 8 не подсветила. От Хелкета получу сразу. Тут с запозданием тут набежал народ. Давай, кроссайдер, залети в прицел. Ты можешь. Че, рискнем 29-ку? Примем. Это, наверное, единственный враг, с кем размен неприкольно больный. У кого побольше, в того стреляю. Чисто на домашку. Бегай, бегай, умрешь сейчас, малыш. Он, кстати, умер, а сейчас для Т-29 сделает там точку хорошую. А нет, Т-29 не воспользовался шансом. Интеллигент, твой ответ. Как ты видишь свою жизнь 40+? Стриминг или же блогинг? Просто какова твоя жизненная деятельность вне стримина? Спасибо огромное, Ромочка. После боя отвечу, пока не могу, к сожалению. Мне важно сконцентрироваться, не отвлекаясь. На Т-8 что-то не расхотел играть. Вот чем, блин, плохи эти шестерки? С них стрижешь и стрижешь, а хп-то в них нету. И сколько бы ты их ни бил, много не настреляешь. А десятки не боятся восьмерок, лезут. Один раз получила, еще лезет, а ты еще раз ей, а потом еще раз, а потом еще. Опа-ча. Раш-бомбараш на королевского тигра. Сюда едем. Вы мне нравитесь. Или только один дурик поехал?
смысле свечусь? От сушки? Что? Надо ехать в атаку прям. В лоб. Не успел. Да, постреляй меня, плиз, фугасом, прошу тебя. Я вот весь твой. Не хочем, да? Не хочем, не хотим. Он фугасиком что-то хотел пукнуть, в итоге дал в колонну. Забавный. Так, артовод откуда-то стрелял же, наверное, вот здесь стоит. Я не помню точно. Он кинул в тигра, но я думаю, отсюда. Скорее всего, вон там, за бетонками. Это значит, что мне нужно или на пригорок забраться, или забыть уже о нем. А, вон там стоит. Зря поехал, надо было остаться там стоять. Ну ладно. Пофиг. Сейчас, секундочку. Слушай, я выполнил сложнючую ЛБЗУ сейчас. Прям при вас. Без регистрационов и смс-ионов. Показываю, что имеется в виду. У нас выполнилось... Какая-то шляпа. Короче, это была... Какая? Это была немчурская сложненская ЛБЗ за 3 мастера из 20 боев. Ну, не то, что была сложненская, но просто не так часто это выпадает. Каев. И, по сути, все. Я по красоте. Сколько у меня бланков приказов в наличии? 9. А сколько стоит закрыть эту задачу и эту, например? А, 3. То есть 4 сюда. О, надо, короче, поделать на итальянцах, поиграть подольше, побольше. Что-нибудь в следующий раз на отметке выбрать итальянское. Так, ребята подсказывают в чате, что можно взять 2-7-9, только закрыв 15 задачи. Серьезно? А у меня как раз 9 лепестков удачи, да? Я могу прямо сейчас взять себе танк? Вы шутите? Блин, а я хотел устроить шоу, как мы делаем ЛБЗ. Я что, сейчас его в 2 клика возьму? Окей. Так ЛБЗ мы еще не проходили. Гайс. Ну, чем я могу сказать? Я очень старался проходить ЛБЗ для вас сегодня. Ненавижу, когда за лепестки можно открывать 15-ю задачу, не выполнив до этого ж нее. Вообще нечестно. Должен ты отстрадать, отсосать, и только потом открывался бы доступ, только потом можно было бы выполнить. Ну, чё за херобора? Осуждаю такую политику партии. Ну, однако, теперь у нас есть объект 279 ранний. Все, прошел ЛБЗ. Блин, я хотел устроить серию стримов, где я страдаю, где тяжело, где все, где жопа в огне. Ну что вы за люди? Вот не могли вы от меня это не подсказывать? Ненавижу своих зрителей, но и люблю одновременно. Вот что поделать? Ненавижу и люблю. Люблю и ненавижу. Ну, отметки мы на нем делать не будем, само собой. Тут средухе нужно под 6, наверное, так что не мое. Просто пусть стоит. Но на него можно кого-нибудь посадить. Ну, это в другой раз. Ну, блин. Ну, я теперь расстроился, ребят. Все спасибо, все поздравляют, спасибо.
Спасибо, спасибо. Действительно, не, ну, по идее, только сейчас я мог это сделать, да? То есть я же выполнил вот эту вот важную, сложную ЛБЗУ, которая на мастера, образцовое выполнение. И мне же за нее... Где там она у нас? Где ЛБЗа? Да иди ты в Ванусай. Вот. Блок. Вот, из-за выполнения ее на Perfect мне дали один листок-лепесток. И им, а он оказался 9-й в коллекции, мы и закрыли всю херню. Формально это было вот так вот. Вот так вот. А я еще предполагал, что мы сейчас устроим... Как зрителям сделать, чтобы никто не знал, что мы танк получили? Никак уже, да?